Сделаем фон с помощью масляных красок. Нам понадобится масло, мастихин, тряпочка и ненужный холст. Выбираем понравившиеся оттенки, это у меня голубой и белый, и наносим в хаотичном порядке мастихином масло. Цвет можно брать насыщеннее на ваше усмотрение, и такой фон для фотографии мелких изделий у нас получился. Спасибо за просмотр!